Губернатору показали, как выглядела площадка до капитальной реконструкции. На стадионе поменяли практически все, от ограждений до трибун. На ремонт потратили 53 миллиона рублей. На стадионе появились беговые дорожки с итальянским покрытием. Трибуны теперь вмещают почти 2000 человек. А на футбольном поле вполне можно готовить игроков в сборную России. Как рассказали губернатору, тренировки на стадионе теперь проводят на натуральном газоне из немецких сортов травы. Чемпионат мира смотрели? Да! А как же он уже после 12 ночи? Тоже не спали смотреть? Нет! За кого болели, если честно? Германия! Аргентина! А за Россию болели? Да! Но на одном поле в спортивной школе останавливаться не собираются. Рядом с новым должно появиться еще 3 мини-футбольных поля. Ну что, Сергей Анатольевич, да. Будет стадион? Решим вместе с тобой? Я думаю, что да. Ну что, давай так, к весне будущего года, да? Хорошо. Да. Давай об этом забыл. Спасибо. Все, давай. Спасибо. Все, ребят, будет у вас футбольный стадион. Кореновский район – один из самых динамично развивающихся сегодня в крае. Здесь уже есть 2 бассейна. Один уже отремонтировали, второй строят. Скоро надеются открыть и Ледовый дворец. Также в районе не забывают о социальных объектах. На территории центральной районной больницы появится современный роддом. А в одном из хуторов к открытию после реконструкции готовится детский сад.